Изучить расположение магнитных полей Земли, посмотреть, как сдвигались материки за все время существования нашей планеты, или же просто изучить течение Гольфстрима. Раньше для этого нужно было просмотреть много научной литературы, но сейчас, когда прогресс не стоит на месте, решение найдено. Мультимедийный глобус. Интересный экспонат, совсем недавно установленный в Геологическом музее имени Штукенберга Казанского федерального университета, может помочь как студентам, так и всем посетителям музея найти ответы на те или иные вопросы, связанные с Землей. Ну вот, мультимедийные... Проекционный этот комплекс показывает большое количество данных по наукам о Земле. Процессы формирования циклонов, границы литосферных плит, как двигались, как формировались континенты и многое другое. Несмотря на то, что это музейный экспонат, правила «не прикасаться» на него не действуют. Любой желающий может сам с помощью сенсорного экрана вывести на глобусе необходимую информацию. Все посетители смогут с помощью сенсорного экрана сами управлять сферой, вращать, замедлять или ускорять процессы на Земле. То есть вот придя сюда, мы сможем, любой человек сможет узнать, а как же Земля у нас формировалась, как происходили все эти процессы. Сам глобус показывает множество данных от разных наук о нашей планете. Процессы формирования циклонов, экстремальные события, такие как землетрясения, ураганы, извержения вулканов, границы литосферных плит, то, как двигались и формировались континенты и многое другое. Помимо этого, существует отдельный ряд презентаций, посвященных космосу, о планетах и спутниках и даже о Млечном пути. Это очень интересно, вот когда ты наяву видишь, когда ты, вот когда я училась, мы учились только по книжкам, а сейчас это можно, знаете, визуально, когда видишь, как это движение всего, особенно вот движение литосферных плит, это настолько интересно, вот я когда посмотрела, правда интересно, приходите, обязательно посмотрите. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.